Южный фестиваль адаптивных видов спорта «Маргуша-2024» традиционно проводит ипоцентр «Маргарита» при поддержке фонда президентских грантов. Артем Андрющенко занимается на манеже почти 6 лет. Спортсмен убежден, что бодрость духа и мотивацию он получает в седле. Когда я нахожусь в седле, поясница это ровно становится, и мне это нравится. Алена Свиридова поддерживает своего юного товарища по конному спорту. Несмотря на сложный диагноз, девушка с трудом, но передвигается, используя костыли. Зато в седле чувствует себя уверенно на протяжении вот уже 11 лет. Я стала намного лучше себя чувствовать и передвигаться также лучше и легче. Я рассчитываю на победу, только вперед! Особую благодарность за помощь в проведении фестиваля организаторы выражают депутату Законодательного собрания Краснодарского края Анне Невзоровой. Соревнования дают возможность спортсменам с ОВЗ продемонстрировать свои спортивные достижения обществу. Также цель фестиваля – популяризация доступности инклюзивного спорта на юге России. Основное наше направление – это все-таки адаптивный конный спорт. Да? Потом у нас мастер-классами проходят шашки, дартс и биатлон, где ребята тоже могут попробовать свои силы. Но, конечно же, основные свои способности, да, и основные свои наработки, тренировки ребята будут показывать в манеже на лошадях. Впереди у спортсменов несколько дней жарких соревнований, интересного общения и обоюдного обмена опытом. Отмечу, что безопасность на манеже обеспечивают сочинские казаки из хутора Николаевский. Дарья Крыжичковская, Роман Нощенко, Дмитрий Петри. Время новостей.